Рада, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 252 серии турецкого сериала «Клятва» и вспомним об анонсе прошлой серии. 252 серия выйдет на экраны Турции 15 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Клятва» мы увидели, как Эмир становится свидетелем того, как часами плачущий ребенок успокаивается на руках Фериде. Эмир, который на протяжении нескольких дней сходил с ума из-за присутствия ребенка в особняке, в этот раз обезумеет от услышанных слов, которыми Фериде успокаивает младенца. Фериде вынуждена столкнуться с совершенно неожиданной реакцией. Эмир злится больше, чем когда-либо. Фериде сдастся, развернувшись и уйдя из особняка, или же останется и сдержит клятву, данную Джавидан. Кемаль делает все возможное, чтобы осчастливить Нарин. С другой стороны, Кумру, мечтающая о такой же счастливой жизни, как и у ее старшей сестры, забывает о словах, сказанных матерью. Кумру не остановится ни перед чем, пока не достигнет желаемого. Кемаль, который хочет, чтобы его желание сделать Нарин счастливой, увенчалось успехом, готовит для нее большой сюрприз. В чем же заключается большой сюрприз Кемаля? Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарий. А мы напоминаем, что 252 серия выйдет на экраны уже 15 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.